Всем привет! С вами Ира и канал «Готовим с любовью». Сегодня готовим сытное и быстрое блюдо. Кабачки, жареные с яйцом и чесноком. Невероятно вкусное и ароматное блюдо. Рекомендую, приготовьте. Для нашего быстрого блюда нам нужны будут следующие продукты. Один кабачок, я его очистила. Одна луковица, два яйца, один зубок чеснока, соль, перец добавляем по вкусу. Сковороду с растительным маслом разогреваем. Нарезаем луковицу. На раскаленной сковороде с растительным маслом мы обжариваем лук. Быстренько кабачок нарезаем кубиками. К слегка обжаренному луку мы добавляем кабачок и теперь обжариваем все вместе. Вы знаете, это блюдо отлично подойдет к завтраку, на перекус, когда у вас пустой холодильник и вам нужно что-то быстренько приготовить. Периодически перемешиваем, смотрите. Кабачки выделяют жидкость, поэтому подрумяниваются, не переживайте. Больше растительного масла не добавляйте, чтобы блюдо не было жирным. Кабачки готовы с луком. Смотрите, они должны быть золотистого цвета. Теперь обязательно добавляем зубок чеснока. Теперь блюдо нужно посолить по вкусу и подперчить. Всегда ориентируйтесь на внешний вид. Так. И последний штрих. Добавляем 2 яйца. Только смотрите, 2 яйца. Нужно обязательно подсолить и вилочкой взболтать. И выливаем. Снова берем лопаточку и вот так, видите, перемешиваем. И обжариваем до готовности яйца. Подаем это блюдо или с зеленым луком, или с зеленью укропа, или петрушки. Посыпаем зеленым луком и наслаждаемся блюдом. С вами была Ира и канал «Готовим с любовью». До новых встреч! Пока-пока! Думаю, что этим блюдом я никого не удивлю, но может кто-то подзабыл, что можно приготовить кабачки и так, просто и быстро. Вы знаете, зачастую моя мама обжаривала кабачки колечками или готовила в кляре, или в подливе. Но можно же приготовить так, быстро, просто, а главное будет очень вкусно. Поэтому попробуйте, приготовьте, кто подзабыл. Кабачки вкусные, с чесночным вкусом, ароматом. Отличное блюдо. Это моя порция. На день. Конечно же, это шутка. Действительно, кабачки вкусные. Готовьте. Блюда низкокалорийные. То, что нужно.